Я приветствую тебя, Шпунтик, с тобой Кусака. Как же закончится магическая битва? Кто выживет, а кто нет? Сегодня и узнаем. Но перед этим я хочу сказать, что мои видео смотрят без подписки 83% зрителей. Я выпускаю видео каждый день, буквально. Так что просто уничтожь эту кнопку подписаться. Ну а мы начинаем. После смерти Годжо Сатору у фанатов магической битвы ходят теории, что ГГ Акутами убирает персонажей по типу популярности. Заглянем в этот же самый топ. Первое место занимает Фушигура Мегуми. Скорее всего, его душа все еще жива, но в каком состоянии она находится? Убил собственными руками сенсея, сестру и Касима. Он точно ничего не сможет противопоставить душе Сукуни. Ставлю на это душу своей матери. Дальше идет Итадори и Годжо. Как по мне, то Годжо популярнее того же Итадори. Ведь даже те, кто не смотрели магическую битву, знают о Годжо сенсее. Но не суть. Годжо, возможно, мертв. Насчет Итадори поговорим чуть позже. Дальше в топе идет Гетта, потом Юта, Наоя и Кента. Все из них мертвы, кроме Юты. Честно говоря, насчет Юты я не знаю. Возможно, умрет, а может и нет. Перейдем сразу к концовке. Концовка магической битвы должна быть положительной, так как от плохой концовки смысла нет. Юди должен в конечном итоге убивать Сукуну. Ведь именно Двуликий нанес огромный моральный урон Юдзи. С помощью свапа душ Юдзи Итадори махнется телами с Сукуной. Как и сказал дед нашего ГГ, умирай в кругу друзей. Его казнят в кругу оставшихся друзей, тем самым убив короля проклятий. Дед уже дал спойлер на концовку магической битвы. Ведь именно он дал старт Юдзи и обозначил ему же концовку. Я рассказал тебе концовку именно главного героя и его заклятого врага. Данная концовка больше всего возможно, ведь именно к ней нас и подводят. Но Гэги слишком непредсказуем, поэтому рассчитывать на мои слова не нужно. Спасибо тебе за просмотр, Шпунтик. Ты можешь кинуть мне донат, и я зачитаю его в следующем видеоролике. Ну и по стандарту качества, подписку, лайк оформляем, здоровый контент получаем. Пока-пока, Шпунтик, еще увидимся.